Всем привет! С вами Ольга Чернова и моя видеосерия для начинающих садоводов и огородников. Светлана задала вопрос, можно ли выращивать томаты и огурцы в одной теплице. Сейчас я объясню коротко так совсем, чтобы было понятно. Конечно, у многих есть всего одна теплица и хочется посадить туда все сразу. Посадить их можно, но я хочу вам рассказать, что томаты и огурцы требуют для себя разных, совсем разных условий выращивания. Если огурцы любят влажность, повышенную температуру, то томаты любят хорошее проветривание, более низкую влажность и более низкую температуру. Поэтому, создавая хорошие условия для одних, вы будете ущемлять других. И наоборот, то, что будет хорошо огурцам, будет плоховато томатам. Поэтому специалисты, все агрономы, не рекомендуют высаживать в одной теплице огурцы и помидоры. Но если уже у вас такая ситуация, что высаживать больше некуда, надо именно посадить в одну теплицу, также вот по рекомендации опытных садоводов я могу вам предложить, многие люди делают так, перегораживают теплицу пленкой полиэтиленовой, в одной стороне будут огурцы, в другой томаты. Там, где огурцы, можно проводить опрыскивание, пусть там будет жарко, меньше проветривать, но зато другую сторону нужно держать как более сухой такой, с пониженной влажностью климат, и чаще проветривать. Тогда им будет хорошо. Конечно, высаживать вместе можно хоть что, вообще любые. Просто нужно задумываться, что хорошо ли им будет от такого соседства, и как, чьи условия вы будете соблюдать, а чьи будете ущемлять. Одинаково хорошо огурцам и помидорам в одной теплице сделать невозможно. Еще раз говорю, у них совершенно разные условия выращивания. Ну, начать можно один год. Я первый год тоже садила все вместе. Огурцы, баклажаны, перцы, помидоры. Была теплица первая, самая новая. Потом постепенно я поняла, что вместе им не очень хорошо стало разделять. Купила отдельно для огурцов теплицу, отдельно для томатов. У кого нет возможности, сделайте шторку из полиэтилена. Все, до свидания. Все ответы на вопросы я сейчас буду, так как некогда сидеть печатать статьи, буду стараться делать видеоверсии. Все они у меня на странице в Одноклассниках. Заходите, смотрите. Ольга Чернова, 56 лет, город Бийск, Алтайский край. Желаю всем хороших урожаев. У нас жара за 30. И вот для томатов такая повышенная температура не очень хорошая. В такой большой, как при высокой температуре, пыльца томатов делается стерильно, и у них уменьшается количество завязи. Так что, если кто-то первый год выращивает томаты, старайтесь в такую погоду за 30 градусов притенять свои теплицы. Урожай будет у вас выше. До свидания.